Всем привет! Сегодня буду готовить рыбное заливное. Очень простое в приготовлении блюдо, которое станет не только вкусным угощением, но и настоящим украшением праздничного стола. Ставим 1,5 литра воды, солим по вкусу, ждем, чтобы вода закипела. Режем рыбу, у меня хек, на одинаковые кусочки шириной в 1,5 сантиметра. Рыбу лучше полностью не размораживать, так как подмороженную легче резать. Вода закипела, добавляем одну морковь, одну луковицу, лавровый лист, перец душистый и горошком и выкладываем нашу рыбку. Снимаем пенку, главное не упустить этот момент, иначе готовый бульон будет мутным. После закипания делаем средний огонь и варим 15-20 минут и выключаем. Шумовкой вытаскиваем рыбу, бульону даем остыть. С рыбки убираем все кости, разбираем на кусочки и выкладываем на блюдо. Остывший бульон процеживаем через марлю, сложенную в несколько слоев. Замачиваем 25 грамм желатина в небольшом количестве холодного бульона. Затем нужно подогреть этот бульон, но не доводить до кипения, и помешивая растворить желатин. Лимон разрезаем пополам, нарезаем тонкими дольками. Выкладываем дольки лимона в форму к рыбе. Делаем из свежей моркови цветочки. Украшаем цветочками из моркови и листиками петрушки. Растворенный желатин выливаем в бульон и перемешиваем. Аккуратно заливаем этим бульоном рыбу. Сверху выкладываем зерна граната. Отправляем в холодильник или на балкон застывать на ночь. У меня застыло в холодильнике за 30 минут. При этом, если что-то сместилось, поправляем, чтобы когда застынет, все было на своих местах. Вот такое легкое, вкусное заливное получается. Подходит даже тем, кто на правильном питании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Жду ваши комментарии. Для меня они очень важны. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь видео со своими друзьями. Желаю всем приятного аппетита, будьте здоровы и до скорых встреч!